Здравствуйте, друзья, с вами Вула, и как вы могли догадаться из названия этого видео, сегодня у нас речь пойдет о дрифте, а точнее о 10 играх, которых я расставил в порядке своего видения, то есть, опять же, поясню для тех, кто не понимает, это субъективное мнение, лично мое. Если какая-нибудь игра, которая вам нравится, в топ не попала, или, к примеру, в топе стоит не на той позиции, на которую вы поставили бы ее вы, то можете вставить в комментариях свой топ, и мы вместе посмотрим, какая из игр вам больше нравится. Но пока что начнем с моих предпочтений, и на 10 место у нас отправляется Need for Speed Shift 2. На самом деле Shift 2 это, наверное, последняя игра из линейки NFS, которая действительно была хорошей. После нее пошел какой-то непонятный перерасчет ценностей, и начали выпускать игры с физикой, вообще как бы не связанной с реальностью. Ну, это я, конечно, образно, но это не важно. В Shift физика реализована превосходно. Машины действительно чувствуются как машины. У них есть вес, если она врезается куда-нибудь, то там сразу видно, что что-то серьезное повредилось. И управлять ими было бы приятно, если бы не одно маленькое «но». Разработчики немножко накосячили с управлением, и оно очень чувствительное, и управлять тачками весьма сложно. Какой бы контроллер вы ни использовали, геймпад, руль или клавиатуру, управлять машинами весьма проблематично. И, скажем так, если эстетическое удовольствие от дрифта вы получаете, то вот в плане управления игра немножко проседает, поэтому только 10 место. На 9 место у нас попадает The Crew 2. Одна из самых популярных игр на моем канале, потому что я в свое время очень многое снимал ее, но в последнее время я ее забросил по одной простой причине, что разработчики просто отказываются развивать игру. Но сейчас не об этом, а именно о дрифте, и вот дрифт как раз таки в этой игре реализован лучше всего. Среди всей той физики, среди всех проблем, которые присутствуют в игре, дрифт это вот самое сильное звено этой игры. Благодаря тонкой настройке можно практически все имеющиеся тачки заставить дрифтить. И при этом это будет выглядеть очень красиво. Единственное, что действительно удручает в этой игре, это система набора очков, потому что она реализована немножко неправильно. Ибо в игре вы получаете очки не в зависимости от того, насколько у вас большой угол, или насколько большая у вас скорость, а то, как долго вы находитесь в дрифте. И вот этот вот маленький факт немножко вот мешает создавать действительно вот красивые заезды, несмотря на то, что физика приятная, управление приятное. Вот этот вот маленький факт отправляет эту игру всего лишь на 9 место. Ну и на 8 позицию у нас попадает легенда Need for Speed Underground 2. Это та игра, с которой в 2004 году никто практически не расставался. Даже я огромное количество времени потратил в этой игре и в дрифте в том числе. Это, наверное, одна из первых игр, в которой появилась детальная настройка автомобилей, когда вы каждую тачку могли подогнать под себя. И действительно в игре практически любая тачка могла ехать так, как вы захотите. Настроите криво, ехать не будет. Настройте хорошо, будет рвать всех направо и налево. Но все же в этот топ эта игра попала только потому, что на то время она была просто великолепна. Физика в игре, конечно, хорошая, но она чересчур аркадная. Но зато машинами приятно управлять, машин огромное количество, а также огромное количество разнообразных трасс. Это не только трассы по парковкам, но также дога, которая в то время особо, в играх было не встретить. Так что чисто как дань уважения легенде, 8 место. Ну а на 7 позицию у нас поднимается Russian Drift серия. РДС это игра, которая вышла в 2019 году, это уже более симуляторный дрифт, но все равно от аркада у него что-то осталось. И иногда у тебя возникает диссонанс, иногда машина управляется очень легко, иногда очень сложно, и ты не можешь найти вот эту вот золотую середину для того, чтобы ехать нормально. То управление слишком плавное, то управление слишком резкое, при этом ты ничего не менял особо. Но все-таки, несмотря на то, что в игре огромное количество доната, там действительно поиграть в игру вы можете, разумеется, но огромное количество контента платное. Плюс ко всему этому в игре реализована интересная система починки. То есть любую вашу машину нужно обслуживать. У нее убивается двигатель, у нее стираются покрышки, и на все это нужны деньги. А чтобы получить эти деньги, нужно задротить. Это вызывает весьма смешанные чувства. Ты вроде как бы получаешь удовольствие от дрифта, но и в то же время ты понимаешь, что тебе нужно это делать ради чего-то, а не просто получать удовольствие. Так что за своеобразную аркадно-симуляторную физику и небольшое количество проблем 7 место. Чуть выше на 6 место поднялась CarX. Очень, кстати, похожая игра на RDS. Она тоже полностью основана на дрифте. В ней по ощущениям практически такое же самое управление. Такое ощущение, что вот скопировали тупо две игры и вставили рядом. Да, ощущения, конечно, есть разные, но все-таки физика похожа. И это не сказать, чтобы плохо. У обоих игр физика хорошая. Но CarX вырвалась по одной маленькой причине. В ней очень классная, я бы даже сказал реальная, потому что она действительно взята просто с реальности. А именно я говорю о системе начисления очков. Где вам по ступальной системе начисляют очки, а точнее снимают. Плохо поставились, сняли очки. Не попали в клиппинг-зону, сняли очки. Развернулись, вообще без очков остались. Я без преувеличения скажу, что если бы я составлял топ из вот лучших механик зачисления очков, то это определенно было бы первое место, 100%, потому что такой механики нет, наверное, ни в одной игре в топе. Ни в одной. Но смотрим мы не только на механики, но также и на физику, поэтому только 6-е место. А вот на 5-ю позицию у нас попадает Need for Speed ProStreet. Уже, кстати, 3-я игра из линейки NFS. И вот, на мой взгляд, ProStreet — это игра, в которой физика удалась лучше всего среди всех линеек NFS-ок. Опять же, повторюсь, это лично мое мнение, но все-таки физика в ProStreet действительно классная. И кроме этого, не только дрифт и сами гонки в игре очень крутые, а способствуют этому именно очень качественно проработанные фестивали. Ибо ProStreet — это не просто гонка, а самое что ни на есть шоу. И выглядит она действительно очень эффектно, когда вы дрифтите или просто едете в гонке. Вам скандируют трибуны, отовсюду играет музыка, не музыка, которая играет у вас из машины, а именно музыка динамичная, которая играет в колонках на карте. Вы подъезжаете, музыка становится громче, вы отъезжаете от колонки, музыка становится тише. И все это создает очень положительное впечатление о игре. Я на самом деле даже не знаю, к чему придраться в ProStreet. Возможно, только небольших огрехах в управлении, но они настолько незначительные, что даже и говорить о них нет смысла. И, как вы могли понять, судя по тому, как я вот сейчас описывал ProStreet, да, в 5-ке находятся уже действительно очень хорошие игры, к которым придраться практически невозможно, и минусы найти действительно очень сложно. На самом деле, топ-5 я составлял очень долго и не знал, что куда поставить. Но на 4-ю позицию у нас попадает Grid, а именно Grid 2008 года. Если кто не в курсе, то Grid у нас является аркадой. Целиком и полностью. Если кто-нибудь когда-нибудь вам из друзей, к примеру, говорил, что вот Grid — это симулятор, такой там симуляторное управление, повреждения. Нет, ни в коем случае. Grid — это целиком и полностью аркада. Но это аркада просто с прекраснейшей физикой. На данный момент, до сих пор, 2020 год, лучше аркадную физику не реализовали еще нигде, кроме Грида. И дополнительный большой плюс Гриду придает то, что в нем очень сильно раскрыта тема тога, а именно гонки по горам, то есть по серпантинам. Наверное, ни одна игра из топа не передаст таких офигенных эмоций, как вот в то время передавал Grid. И я сам периодически запускаю эту игру для того, чтобы покататься по горам, потому что действительно приятная аркадная физика и красивые трассы, действительно красивые, придают просто невероятный шарм этой игре. Но это всего лишь 4-е место. А вот с 3-й позиции все было очень непросто. На самом деле я сюда хотел поставить Forza Horizon 4, потому что все вы прекрасно знаете, у Forza очень хорошая физика, но есть одна небольшая проблема. У Forza как таковой отсутствует дрифт в принципе. Если во всех играх, которые я перечислил до этого, в принципе дрифт присутствует в качестве дисциплины, по-своему, допустим, реализованный, либо игра полностью вообще завязана на дрифте, как тот же самый CarX или RDS, то вот в Форзе у нас имеются маленькие участки дороги, на которых мы тупо ставим рекорды. Как таковых гонок в Форзе нету. Все-таки, если бы я ставил Форзу в этот топ, то она бы стояла, наверное, на 3-м месте. Но на 3-е место у нас попадает Dirt 3. Так как это у нас топ именно про дрифт, то вот на 3-е место грех было не поставить Dirt, потому что джимкана есть только здесь. Ну, разумеется, еще можно было отметить Dirt 4, но, по крайней мере, разница между играми небольшая, и мне почему-то вот больше нравится Dirt 3 именно. И, как я и сказал, Dirt у нас славится джимканой, а это очень скилловая и красивая дисциплина. Вообще, про Dirt, наверное, я бы даже и не вспомнил, если бы пока не записывал материал, случайно не наткнулся на Dirt Rally 2.0. И я вспомнил, что есть такая классная серия игр, как Dirt просто. Разумеется, 3-е место уходит любителям джимканы, поклонникам Кена Блока и других шоуменов, ибо такого вы больше ни в одной игре не увидите. Ну что ж, вот практически уже конец, и на 2-е место у нас вырывается Grid Autosport. Это уже вторая игра из серии игр Grid. В топ-4, если помните, находился у нас просто Grid 2008 года. Но вот как раз таки все плюсы этого Грида 2008 года вобрала в себя Grid Autosport и улучшила их. Здесь отличный тандем заезды, прекрасные карты, отличная физика, опять же, как я и сказал. Только здесь ее уже разбавили немного симуляторным управлением, потому что если Grid у нас был просто аркадой, то Grid Autosport имеет уже закос на симулятор. Вообще из серии Grid был еще Grid 2 и Grid 2019 года, который как бы ремастер типа считается, или ремейк, но эти игры не дотягивают по тем или иным причинам, потому что во втором немножко отвратительно реализованная физика, они немножко ее как-то упростили и получилось как-то убого. А Grid 2019 так вообще убрал дисциплину дрифт, и не только ее, еще некоторые. Может быть, у Грида 2019 года и был бы шанс попасть, но они, к сожалению, избавились от дрифта, поэтому Grid Autosport, наверное, остается одной из самых лучших игр, в которых прекрасно реализован дрифт. И на мой взгляд, ее обошла только одна игра, которая стоит на первом месте. В принципе, наверное, с самого начала видео вы уже прекрасно поняли, что будет стоять на первом месте. Конечно же, здесь будет Assetto Corsa. Игра, в которой понятие дрифта просто вот возведено в абсолют. Здесь есть огромное количество трасс, огромное количество машин, которые различаются по характеристикам. Есть маломощные, на которых проще дрифтить, есть мощные тачки, на которых дрифтить очень сложно. Более того, каждую тачку можно настроить по-своему, что она вообще перестанет ехать, а можно настроить так, что будет ехать просто превосходно. Да, конечно же, стоит отдать должное еще мододелам, которые за столько лет игры, а она, между прочим, 2014 года, мододелы наделали огромное количество разнообразных модификаций, огромное количество трасс, машин, и трассы до сих пор пополняются, потому что реальные дрифтовые состязания происходят до сих пор, и, соответственно, эти новые трассы, новые конфиги адаптируют и добавляют в модификации к Assetto Corsa. Единственный минус можно отметить только в том, что это именно модификации, и их нужно качать и устанавливать отдельно. Но так как мы говорим о самом дрифте, то здесь конкурентов у Assetto Corsa просто нет. Пока еще не создали такую игру, которая бы составила ей конкуренцию. Ну и пока вы еще не отключились, хочется отметить парочку игр, которые не вошли в топ, но для этого есть причины. Одна из них — это Drive Club. По простой причине, у меня нет плойки, и поэтому составить мнение о этой игре я не могу. И только понаслышке я могу сказать, что там действительно хорошая физика, даже несмотря на то, что ее сервера уже закрыты, ее до сих пор считают одной из лучших гонок на консоли. Ну а вторая игра — это Driver San Francisco. Так как я Forza даже не включил в топ, потому что там дрифт отсутствует как дисциплина в принципе, то включить в топ драйвера было очень глупо. Но, однако, эта игра очень классная в плане физики, несмотря на то, что это по факту боевик. К гонкам эта игра не имеет отношения ровным счетом никакого, но физика там реализована просто отменно. Я бы даже сказал, что она находится приблизительно на уровне Грида 2008 года, только эта игра реализована в открытом мире, с классным сюжетом, ну и, как я сказал, отличной физикой. Машины там действительно тяжелые, ты чувствуешь их, но при этом ты легко можешь пустить машину в занос, контролировать ее и получать невероятное удовольствие от геймплея. Но дрифта как такового в ней нет. Ну а на этом все, друзья. Я надеюсь, вам понравился этот топ. Пишите свои версии топа в комментариях. Ну а на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. И не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, а также стримы. И играйте, ребят, только в хорошие игры. Всем удачи, всем пока.